Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас банистика, и поговорить я хочу еще раз о листах для хранения банкнот. Кажется, что все уже сказано, а нет, есть вопросы. Покажу вам листы на 4 ячейки формата Grand Lechturm. Вот так выглядит фирменная упаковка. Вот, пожалуйста. Но это еще не все. Открываем и достаем сами листы. И что мы там видим? А видим, что они имеют вмятины. Вмятины на всю пачку. Это 5 штук. Причем эти самые вмятины сделаны с разных сторон. Вот здесь отчетливо видно. С одной стороны вмятины. И вот эти вмятины сделаны с другой стороны. И так вот каждый лист. Сама упаковка не повреждена, только облита неизвестным составом. Из этого всего я делаю вывод, что повреждения были сделаны до того, как листы упаковали. То есть на заводе-производителе Lechturm. Вот тебе и немецкое качество. Предполагаю, вернее мне так хочется думать, что завод где-то в другой стране, где дешевле рабочий труд и контроль качества там слабый или отсутствует вообще. Возможно, устаревшее оборудование и низкоквалифицированный персонал. А вы что думаете, уважаемые зрители? Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать сегодня. С вами был Сергей Суховерхий. И до новых встреч!